Расстояние между домами 50 сантиметров. Жилой комплекс «Пространство» на Кузнечной построили вплотную к 60-летнему дому. Жизнь местных с тех пор превратилась в мучение. Это совсем не по нормам. Там тоже есть разные ДБН, они некоторые были пересмотрены, но то, что мы нашли, вот это от 20 метров он должен стоять. Окна новостроя выходят прямо на стену дома напротив. Из-за того, что соседство чересчур близко, по стене пошли трещины. В квартирах стало сыро и холодно, и нечем дышать. И это только полбеды. Застройщик почти вплотную к ним установил трансформаторную будку. Трансформаторная будка от нового дома, которая не дает нам с марта месяца спать. То есть она производит шум очень такой... Его иногда улавливает только барабанная перепонка и вибрацию, от которой мы не можем спать. Постоянно вибрирует. И у меня дочка начала на работе. Очень все плохо себя чувствует. Мы попытались связаться с представителем фирмы, чтобы выяснить, почему щитовая расположена настолько близко и что думает застройщик о соблюдении строительных норм. Законна ли такая установка? Ну, какие жители говорят и кому вы звоните, ну, то есть... Нам сказали, что вы представитель застройщика на Кузнечной 55. Ну, на заборе тоже много чего написано. Кто сказал? Я буду еще час на месте, заходите, пообщаемся. Обещание приехать через час представитель жилого комплекса не выполнил и на звонки с тех пор так и не ответил. Тем временем жители дома на Кузнечной вынуждены ночевать у родственников из-за постоянных шумов и вибраций. Другие уже привыкли к берушам перед неспокойным сном. Нелина Щеглова, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер».